Ну ладно, хорошо. Они у меня прокачались. Сорос, что у тебя, кстати? Ничего не появилось. Кто знает, что за опасности обитают здесь? В пустыне, да? Вижу шахту и хочу ее осмотреть. Раз мы поблизости, вижу труп. Да, нас есть 4. Вперед пусть идет Солос. Он у нас может... нет, я думал, он будет завесный огонь зажигать. Чтобы было светло, надо разжигать факелы. И с собой неплохо было бы прихватить один. А на другой стороне у нас что? Там мы еще не были. Как же тут угадаешь, когда нужен Варик, когда Солос? Не можешь же постоянно с Солосом бегать? Так неинтересно. Он в различные храмы таинственные. Хочется взять Солос, так как он маг, да? И что у нас? Варик будет постоянно на скамейке запасных. Мне Варик тоже как персонаж нравится, очень интересный. Да и забавно с ним путешествовать. Особенно, когда он с Кассандрой спорит. Хоть какое-то развлечение, а тут... у нас здесь интендант. Мне нужно сообщить о том, что мы раздобыли, наверное, ингредиенты какие-то. И рядом, кстати, осколок. Может, нам взять коня? И сможем добраться быстренько. А, кстати, мы прибыли к той пещере. А нет, мы ее не исследовали. Но рядом с той пещерой, где нам нужен был ключ. Ну, давайте обследуем эту пещеру. Весь огонь мы зажгли в шахте, значит, мы здесь уже были. Давай-ка, Кассандра. А нет, мы здесь не были, раз добыча еще не собрана. Кто знает, я сейчас всякие мусоры не собираю. Но его можно продавать, там денег не хватает, кстати говоря. Вот еще одну дверь. Шахту разбили. И теперь можем с этой стороны сюда пройти. Ну, если нам срочно понадобится, да, сократить путь. И, конечно, если мы здесь уже все найдем, нам может не понадобится. Я прям наслаждаюсь игрой. Просто высший класс. Просто многие люди, кто постоянно играет в новинки и без конца играет в игры, мне кажется, они уже немножко, так скажем, ничему не являются по той причине, что выжрались, обычным словом, да? Уж, а критики, тот, кто постоянно имеет дело с играми, тот вообще видит все нюансы. А простой игрок, который редко играет, мне кажется, его легче удивить, и он может просто наслаждаться игрой. Например, как я. Либо я просто не такая придирчивая. Копия надписи храмовых дверей. Вот, кстати, в прошлый раз специально искала этот храм, не могла его найти, а сейчас случайно ведь на него набрела. Надпись, скопированная с дверей храма в запертом оазисе с переводом. Почерк неровный и меняет размер, словно пишущий стремился закончить работу. Эмма Солос Химвар Динан. Эмма Солос. Солос.
А почему у нее фамилия Солос или Эмма Солос? Это заклинание, что такое? Тел Дарас Солосан. Милана Энентим Лас Анаст. Нас погубила гордыня, не ходите, водитель гордости, пусть поможет нам смирение. Почему Солос-то? Его назвали в честь какого-то слова, которое записывают в заклинании. Что означает его имя? Он не рассказывал. Может, это что-то означает? Так, вот мы открыли. Основное задание, видимо. Задание запретного оазиса. Такое странное ощущение возле входа. Здесь его нет. Наверное, это был какой-то магический оберег. Не то предупреждение. Понятно, почему шахтеры ушли. Специфика инквизиции плюс один. Мы, кстати, специфику инквизиции можем для прокачки. Наша инквизиция. Войска, там, разведка, связи, да. Еще там что-то. Изучение храмов — это моя слабость. Обожаю. Обожаю такие игры. Чисто еще один эльфийский оберег. Не люблю играть в игры просто потому, что это новая игра, и ее нужно показать кому-то. Я в нее буду играть, потому что я буду получать от этого удовольствие. А для того, чтобы сделать обзор и без чувства вдохновения это делать, как-то очень шаблонно, мне кажется, получается. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому каждый занимается то, либо то, что ему нравится, либо то, что он выбирает, то, что считает нужным и правильным для себя. Давайте запустим эльфийский оберег. Это может отогнать демонов. Мы что-то нашли. О, три двери. Тут, наверное, какая-то загадка должна быть, да? Открыть. Одна дверь. И оттуда вышли демоны, да? Да. Это мертвецы. Я по своим, что ли, бью? Надо здесь все собрать. Темная магия какая-то здесь. И они запечатаны. Улучшенное кольцо блока и удара. Тонкий бархат. Нужно будет броней заняться. Опачки. И что это такое было? Солосова отбросила. Золото появилось вдруг. Из солоса золото сыпется. Оберег какой-то. А мы чё, эти гробницы расхищаем на разные эссенции? Кинжальная рукоять с тремя каймами. И золото. Золото мы взяли. Да ладно. И тут еще потайная дверь какая-то внутри. Ее тоже надо открыть. Выход с другой стороны. Там, потому что мне показалось, храм можно бежать по кругу. Мы, наверное, так и сделали, нет? А нет. Трупик. Да, блин. Какой живучий трупик. Секундочку, сейчас кто-то у нас погибнет. Так, я чувствую, что мне не хватит жизни-то на все.
Солос. Кассандра. Ты вообще не туда, по-моему, садишься. Явно надо возвращаться и пополнять свои припасы, потому что я после разрыва сюда зарулила. И у меня было 4 припарки, когда я сюда пришла. 4 припарки нам пригодились. Ну, не знаю, можно, конечно, попробовать. Но я просто чувствую, что я пропаду, скорее всего. 95%. Что там такое было? Я не знаю, неважно. Превосходная гномия камнедробилка. Молот обычный. Я не знаю. Просто мне так надоело все постоянно выбрасывать, То, что у меня переполнен инвентарь. Что? Даже не хочется. Ну, можно было взять эту камнедробилку. Ну, обычная, обычная. Сейчас пока тоже вроде все ничего. Переход из одной в другую, или мы все глубже и глубже удаляемся, или там... О, нет. Скорее всего, нет. Да, ребят. Не, мы сейчас проиграем. Я уже чувствую это. А, с восставшим из мертвых очень сложно сражаться. Его невозможно сбить с ног и оглушить. Он сразу же быстро оправляется от удара. С ним нужно по полной заправлять с припарками. И он к себе потаскивает. Это умение есть у дракона. Я помню... В Origins, в эльфийском лесу, в лесу Брессилиан, там есть такой, восставший из мертвых, там есть 3 могилы, которые, если потревожить, оттуда вылазят скелеты, и вот такой вот восставший из мертвых. Очень сложно мне было с ним сражаться. А я еще на начальном уровне была. Замучилась его перепроходить. Поэтому нужно вернуться сейчас в лагерь. И... запасы свои пополнить и попробовать еще раз. Потому что я бессмысленно, я не пройду. Пошлите, дорогие мои, обратно. Тут еще есть один склеп, который я пропустила. Ну, тут у нас есть что взять. Эссенции нужны для руны, я так и не сделала ни одну. На всякий случай надо взять инвентарь, что выбросим. В охрану ничего считаем. Продать, может, получится подороже. Гномий камнедробилка там. Ну, двуручное оружие. Аксессуары. Блоки удара. Защита от холода, ледяная хватка. Я все взяла. Магия притянулась к тебе, вероятно, из-за магии. Эффект был исключительно положительный. Если бы это была ловушка, возможно, это была награда для тех, кто достойно. Видимо, кто-то достойный, а кто-то недостойный, может сюда пройти или не пройти. Может, ей такая способность далась не просто так, может. Ну, она ведь многих убивала, да, странно, но...
Может, в ней что-то изменилось или дали второй шанс. Ну, много, может, по какой причине так получилось, да, но мы возвращаемся обратно. Потому что... А, здесь нужен соус. Трудно, метка. Вернусь-ка я в этот лагерь, там она знак восклицания. Что за знак восклицания? С интендантом надо общаться нам. Новости, сэр. Что там такое? А, так, отприте последнюю дверь. Что такое? Застряла. Так, создаем заявку на варский алхимик, так, плюс один к силе, ага. Так что же нас может заинтересовать? Изучите пещеры с пауками. Лучше я сразу журнал открою и посмотрю. Паучьи яйца одна штука. Понятно. Пещера с пауками. Пойду. Кто знает, так. Надо найти еще один осколок. Где-то сверху добираться туда. По-другому никак. Отсюда что-то не видно мне. Где у нас отметина-то? А, вот где. Так, с другой стороны попробую обойти. Если, конечно, у меня получится, потому что... Так, чуть не съехала ведь. А тут тоже где-то у нас прямо... Мы подобрались очень близко, вот. Там у нас... Мы съехали прямо к осколку. И немножко от своей цели отошли. Ну ладно, в другую сторону пошли. Сейчас еще один осколок найдем тут недалеко. В принципе, мне нравится у нее стандартная одежда. Вот эти латы добавили, не знаю, некой статности, шарма. Ну, подороже она так стала выглядеть, да? Ну, мне хочется другие латы какие-нибудь смастерить, совершенно другие. Побегала я немного в той броне бежевого цвета, но... Что она мне быстро надоела, я ее выбросила. Точнее, может, продала, может, выбросила, я уж не помню. Сейчас вот хожу опять в стандартной броне практически. Сделала ей наручи и поножи. Поножи есть еще другой вариант. А вот эльфийский корень, кстати. Его тоже не забываем собирать. Забываю я.
не допрыгнула. Блин. Я думаю, напрыгнула, если бы не съехала, магический корень. Пригодится. С другой стороны, запечатан в этой шахте. Слышь, ты это... Как же мне тебя достать? Чё такое? Сейчас нам нужно найти проход в ту шахту. Как-то мы можем туда пройти, только с другой стороны. Как же? Я не знаю, там, наверное, может проход есть, пещера, еще одна. Край пустыни. Она у нас запечатана внутри. А, не, вот осколок. Все намного проще. Я уж подумала, что мы туда не попадем. А лошадь? Сейчас мне опять бежать далеко. Сейчас найдем туда проход. Так, объезжаем. Кстати, нам нужно опять в пещеру наведаться, там где много пауков. Нам нужны паучьи яйца. Здесь... Ой! Нет! Бедная лошадь. Там, где не можем забраться мы, может забираться лошадь. Что-то неохота бегать опять. Нет. Бедную лошадь мучаю до своей прихоти. Который круг я уже объезжаю, чтобы добыть. Ага. Чтобы раздобыть этот дурацкий осколок. А вот там есть мост. Сейчас попробую там пройти. Нет. Ладно, лучше спешись. Двоих будет безопаснее. И лошадь целее останется. И здесь скелетончики. Нет, я тут не заберусь. И тут тоже. Мы пришли к самому началу. А как же я забиралась там вот с этой стороны? Нет, не с этой. С этой. Блин, что-то я уже отчаялась. Надоело бегать весь раз. Как же нам добраться туда?
Сейчас будем смотреть. Кстати, нет. Тактическую карту только во время боя можно включить. Я хотела посмотреть сверху карту. Там должен быть еще один мост. Это кто это? А, это гиена. Кассандра всех раскидала. Нет, у Кассандры навыки-то помощнее будут. Но мы его еще... Ну, например, вот этим умением я вообще не пользуюсь. Это глухая оборона. Она практически не наносит никаких ударов, урона, да. То есть она чисто защищается. Это когда один единственный оазис во всей пустыне. Она огромна, правда? Да, представляете, прийти сюда за контрактом. Не договорила. Но если нам нужно выждать время, пока у нас умение восстановится, да, все равно в одиночку, без напарников справиться очень сложно. Но иногда может это спасти ситуацию, там, добить противника. Иногда получается, иногда нет, все зависит от того, какой враг. Кстати, мы можем прокачать этого Блэквелла. Опыт работы с щитом защищает вас от стрелковых атак спереди. Если вы видите удар, вы можете его отвести. Сокращайте весь урон от удара спереди. Я прокачиваю это умение, да. Благодаря отработанным техникам в орлесианском шевале вы не даете врагам зайти с фланга. И с меньшей вероятностью будете шеломлять при ударе спереди. Спереди не получается, только со спины. А, с меньшей вероятностью будем ошеломлены. Почему? Почему не могу? Такой твердый стоите в ногах, блокируйте атаки. За счет выносливости. Каждый блок повышает показатель обороны. Я не хочу прокачивать глухую оборону. Ну ладно. Улучшила навык реванш, удар щитом. Опять меня скинули с лошади эти гены дурацкие. Меня сейчас замучают бежать туда. Очень далеко. Смотрю. Там мы сможем забраться, а как нам туда попасть? Сейчас узнаем. Ну, как-то можно попасть. Погодите, я спешусь. Посмотрю. Говорят, твое семейство... Какой позор, это такие величественные создания. Величественные сказать, когда дракон сверху лепешку шмякнет размером с твой дом. Я сначала подумала про Кунарию, может, но
Никто не сострадает, они воинственная раса и жестокая вообще. Попробую забраться сюда. Да блин. Не свались! Не свалилась, блин. Почему она свалилась? Давай, конь. Заберись-ка наверх. Твой. Ну вот, это там гиена опять. Да что такое? Нет, нет, не падай. Да так и придется, блин. Блядь, гиена вонючка. Настроение, чтобы ты на меня нападала. Я сейчас не могу до этого сколько добраться. Надо было засунуть туда этот осколок. Однозначно проход там. Нет! И куда ты делся ко мне сюда? Наконец сообразил. Короче, когда я туда доберусь, надеюсь, вам поможет лишний раз время не терять, чтобы дурацкий осколок раздобыть. Может, конечно, вы так не сваливались, как я. У вас получилось забраться сюда, куда нужно. Я, честно сказать, уже замучилась с этим осколком. Нам нужен тот мост. Так, на лошади здесь опасно. Давайте я осмотрюсь. Куда-то свалилась. Свалилась с самого начала? Да блин.
путешествие здесь, за последним осколком, какое-то бесконечное получается. Мне уже хочется на него забить. С одной стороны хочется, а с другой стороны все равно придется проходить этот момент. Так, там вот есть лестница. Значит, мы можем объехать. Хорошо. Сейчас так и сделаем. Можем поехать здесь. Так, здесь у нас обрыв. Сейчас, не знаю, посмотрим. С той стороны можно проехать. Не знаю. Давайте-ка я лучше спешусь. Если это как-то опасненько. Я уже не первый раз сюда прибегаю, за этим осколком. Никак не могу его раздобыть. Да, когда вы будете этот осколок собирать, рядом с полуразрушенными колоннами, да, у вас будет осколок. Ну тут... Уже у меня собраны, тут еще будут какие-то. Ну, если вы будете смотреть, если вам будет важно, то вы нажмете на паузу и посмотрите на карту, да? Тут еще недалеко от лагеря. Так. Я объезжала. Вот от этого лагеря, там есть подъем. Вот к пещерам, где пауки. Я много раз через этот объезд проезжала. Там где сейчас только что мы с гиенами сражались, да? Но там нужна будет магия соуса, чтобы вы сделали вот этот мост. И, скорее всего, сейчас решения не будет, то я уже не знаю, что и делать. Вот он, осколок. Если это вам поможет. Стала объезжать, тут у нас обрыв. Вы не сможете перепрыгнуть. Нам нужно будет спускаться, забираться и искать другой проход. Вот этого лагеря лучше. Значит, вы спускаетесь, там будет арка такая. Чуть не проезжаете, поднимаетесь наверх, много будет там ответвлений. Ну, посмотрите издалека, где можно проехать, как вот я сейчас бежала. В принципе, все наглядно. Вы видели, как я сюда добежала. Что объяснять? Что я замучился этим осколком дурацким. Здесь мы все уже осмотрели. Последний осколок. Последний осколок у нас рядом с лагерем. Поэтому я туда и перемещаюсь.